Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая. Публика Санкт-Петербурга, Архангельска, Нарьян-Мара и еще ряда городов России успела познакомиться с Ильей Соловьевым, победителем конкурса «Голоса России» по итогам 2013 года. Эксперты в мире музыки называют его новой звездой в русском народном творчестве и отмечают, что в его голосе слышна вокальная школа Людмилы Зыкиной. По словам народной артистки России Жанны Бичевской, его голос мощный, поставленный, красивый, пронизывает до глубины души. Познакомиться с Ильей Соловьевым смогут и сызранцы 16 апреля в ДК «Горизонт». В его исполнении прозвучат песни «На старинном Варшавском вокзале», «Карабинники», «Я встретил розу», «Никто тебя не любит так, как я», «Молодая ночь» и другие.